Регионы страны продолжают рассказывать о своих достижениях на международной выставке «Россия в Москве» в рамках проекта «Общество знания», которое выступает генеральным партнером образовательной программы на ВДНХ. Авторскую экскурсию по стендам Уральского округа для молодежи провел Владимир Якушев. Полпред познакомил ребят с историей федерального округа, планами по развитию и интересными фактами. На стенде Тюменской области подробно остановился на том, как осваивали Западную Сибирь. Условия, в которых тогда все это происходило, были очень суровы. Но, тем не менее, люди понимали это, совершали трудовой подвиг, шли вперед и поставили те огромные богатства Западной Сибири, которые были, на службу людям, для того, чтобы сегодня во всех субъектах Российской Федерации было тепло. Для того, чтобы мы имели свою энергетическую независимость, потому что тогда это было принципиально важно для нашей страны.